команда требует, заставляет собой считаться. Серия ошибок, серия потерь. Дмитриевич издали. Но дальний бросок. Дальний бросок вообще оружие неуправляемо. У кого-то и надо казанцам, а чтобы не стало взять матч. Реванш за поражение в первом. Не проваливается. Троих решил обыграть, и эти три игрока спокойно обезмячили у нас. Жеремая и Хила, да, простите, под трибунное помещение, но не сейчас. Затянул шаги. Знает, как бороться с гравитацией. Это и Лабери, и Бако. Дмитриевич с одной ноги от щита. Викинги, да, именно так определяют у нас команду. Какой навес! Такая стандартная ротация команды, где есть две полноценные пятерки. Ух, какой в этой встрече. 20 секунд до конца первой половины. Отличное завершение. Смазал Походяев, и третий бросок даже в молоко направляет. Найт на противоходе. Фалят на него. 40 минут. 20 минут ему хватило, я думаю. И ждет, когда его команда попытается накрывает. Вот так примерно, как это сейчас продемонстрировал Луи Лабери. Луи Лабери сам же на невнимательности и на передаче на дальнюю сторону поперек площадки. Двоечка на Маркса Найта. 13 очков преимущества остается. За 2.44 это отыгрывается Дмитриевич. Отличный бэкдор. Этот розыгрыш. Пошел обыгрывать он один в один.